Значит, сейчас включу фонарь. Дело в том, что многие люди виноград станицы не собирают. И вот мы вечером поехали и собрали вот 3 таза винограда. Хозяин великодушно нам разрешил. Сорт Молдова. Будем делать вино. В общем, чача и вино у нас будет. Вот такие вот дары природы. Виноград здесь очень крупный такой. Вкусный. Но он винный, как бы, сорт больше. Но все равно вкусный. Его можно есть спокойно. Сейчас люди заняты изготовлением вина. Виноделием. Виноделием. Они сейчас вот изготавливают будущее вино, которое превратится в виноградную чачу. Нет, превратится в прекрасное вино сухое. А жмых потом, чтобы вот это, чтобы не выбрасывать. А-а-а. Мы его сделаем сейчас из него брашку. Да. И сделаем потом уже чачу. Вот жмых, это я не знал всего этого. Вот так вот выжимается или... А почему не топчется? Может. Хочешь, вставай. У нас не тот, чтобы ногами там мучить его. Было его 500 литров, вот здесь бочка. Кому-нибудь из нас помыли бы ноги. Кому-нибудь одному. И это был бы не ты. Все помыли, все бы залезли. Да, ну вот в чем. Вы что, одному тут остался? И мы тут вот едим виноград. Это вот все вот сорт Молдова. А вот еще один вот этот сорт, не знаю, но он другого вкуса совершенно. Он такой интересный. Хотя вот маленький, кажется, что он будет таким кисловатым. Нет, он на самом деле сочный очень, сладкий. Вот, вот еще, значит, про виноград. Ты тоже, Ксюш, виноград давишь? Да. Втроем-то мы быстрее, чем вдвоем, да, Ксюш? Было бы еще давить. Сладкий. А уж раздавить-то сладкий. Можно. Ну нет, не сладкий. Сладкий, да? Сладкий. Зелененький, значит, был. Что за сорт это, я не знаю, зеленый вот этот. Хороший сорт. Прям классный. Да, мне понравился сорт. Внешне он никакой, а но очень вкусный. Попробуй. Может быть, это тот сладкий? Я вот не знаю. И еще раз про самогон. Значит, вот вино. У нас виноград. Ну, тут где-то перчатка, где-то сделана в системе трубочек. Вот. Ну, я слышал, что многие делают вино и добавляют туда якобы воду. Я так полагаю, что не разбодяживают. Может, для продажи, может, еще для чего-то, не знаю. Но мы для себя делаем все чисто. Прям с винограда. Прям натуральное вино. Вино великолепное, вкусное, терпкое, богатый вкус. Виноград вот был черный. Молдова. Поздний. Вот оно у нас все тут. В общем, бродит. Так что к Новому году будет очень хорошее вино. Это нужно все. Вот мы сейчас отцеживаем вино. Отцеживаем вино, да. Тут останется осадок. Останется. Сейчас. О, ничего. Восемнадцать литров уже практически вина, но оно в любом случае потом еще раз будем сцеживать. Блин, вот не войдет. Да войдет. Не войдет. Не войдет, так следующий войдет. Винцо виноградное, сухое будет. Сахар не добавляли. Собственный сахар винограда. Переиграл, будет терпкое сухое вино красное. Ну вот. Вот еще раз про вино. Здесь вот так вот фляга. Это уже брага. Ну брага, это для самогонки. Для самогонки, а потом чачи. Ну, типа. Ну, типа чачи. Да, типа чачи. Это вот сюда уходит.
А это вот полный таз вина. Оно только что от, чистый от, сок откачано. Без воды. Да, без воды. Осадок откачан там. Вот, скорее всего, будет еще раз откачиваться, да? Да, будет еще откачиваться. Еще раз откачиваться. Вот полный таз вина и градусник такой серьезный у него. В принципе, можно уже нализаться. Ну да. Пару литров выпьешь, тоже налижешься. Виноград Молдова. Ну да. Это Молдова. Мы сейчас едим виноград один. Называется он. Одни называют его Лидия, а другие называют по-другому, что-то забыл как-то. Ну вот он очень такой, похож на Молдову, но он сладкий, винный такой. Вот. Венцо. А, пробуй. Давай. Вот сейчас нормально. Нормально? Вот сейчас да. Больше ничего не надо. На канале дам попробовать. Давай. Главное, у меня дегустатор. Вот такие пироги.